Так, RPTD65GBG, спасибо большое за донат. Пилот Neverman, 10 лет, полет нормальный. Ого, скрипка с дисторшеном, невероятно. А Neverman тут. Блять, или Neverman, хуй их пойми вообще. Они типа решили возродить Military Jane или что? Видишь, I knew the lyrics, блядь. Lyrics есть в description, ёпта. Ты еще Military Jane. Блядь, это... Типа пилот играет песню Military Jane, судя по всему. Тут, ну, блядь, так и написано. Ладно, короче, похуй. Читать комменты на Ютубе, это, блядь, как в дурку нахуй прийти и просто долбоебов спрашивать про все подряд. Самое обидное, что да, как раз типа самые адекватные люди, они меньше всего проявляют активность на самом деле. То есть они на то и адекватные, что типа посмотрел видос, нахуя тратить время на то, чтобы там писать какой-то коммент или, блядь, еще какой-то залупой заниматься. Просто, блядь, глянул и забил болт. Так же, как и, например, на стримах комменты, и так же, как и... Хотя на стримах комменты окей, наверное, по-другому. Вы мои любимые подписчики, кстати, да. Ну вот, например, те, кто в ЛС пишет, короче, блядь. Например, если кто-то после какого-то видоса хочет, типа, тебе написать, типа, ебать, охуенно, мастяка, респект. Чаще всего самые адекватные постесняются, самые неадекватные по итогу напишут. И в итоге обидно. Лучше бы наоборот было. Ну так в среднем. Привет, классная песня. Ну, кстати, да, неплохая вот эта песня, да. Были сиськи у тебя в клипах. У меня-то, конечно, да, у меня, блядь, что-то где-то было. Ну, у меня жопа была моя голая. Много где. Мне было тогда вообще так похуй на этом. Забанит YouTube, не забанит. Я просто хотел сделать пиздец какой-то веселый. И все, мне было вообще насрать. Крутое было время. То есть мне было важно, чтобы все охуели. Все. Неуважение к шизам. Я извиняюсь перед шизами. Ну, бля, есть шизы, как бы, такие, короче, пиздатые. Подходящие мне по вайбу. Которые, типа, у меня на канале пишут комменты и у меня в комментах сидят. Вот это пиздатые шизы. Их надо больше, чтобы все, кто молчат, больше писали комментов. А когда заходишь... чужим шизам каким-то, это вообще пиздец. Или когда у тебя не побанены самые лютые шизы, это ж просто охуеть. Прилетели, получается. В говниде? Разве? Не, она там была запикана, это не считается. Это уже вообще не панк, это так, детский лепет.